Очередная распаковка на канале. Сегодня у нас на распаковке, по всей видимости, чехол. Чехол на телефон Xiaomi Mi 5S. Вот такой вот у нас черный чехол на телефон Xiaomi Mi 5S. Здесь резина. Уже 15-й или там раз говорю о том, что если выбираете чехол, то никогда не берите, чтобы здесь был пластмасс. Почему пластмасс у нас ломается. И вот этот чехол у нас как раз под телефон Mi 5S. Вот у меня мой телефон Xiaomi Mi 5S. Мы берем его сюда, вставляем. Сюда делаем, завязываем шнурочек. Вот так вот продеваем, для того, чтобы можно было держать его параллельно в руке. Вот так вот раз и клацать на руку, наверное, на эту, на которой будет телефон. И все нормально. Здесь магнит, здесь отверстие под сим-карт, этот флешный карты для кредитной карты. Здесь у нас можно положить деньги. Ссылку на данного продавца скину внизу под видео. У него еще много этих чехлов. Кому пригодилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока. До скорых встреч на канале.